Перед началом этого ролика, дорогой друг, ленись, поставь большой пальчик вверх под этим видео, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Херц-статуя чрезвычайно важна, поскольку позволяет вам активировать с помощью, собственно, проводов. После этого у вас получается бесконечный источник сердечек, позволяющий вам восстанавливать здоровье. Такой фактический фонтан здоровья. Используем эти цифры. При создании нового мира в раздел сида вставляем вот эти цифры, нажимаем применить. Название какое-нибудь классное. Размер маленький, режим любой, зло коррумпированное, размер название любое, цифры эти, они указаны в описании под видео, первой строкой, чтобы не заблудились. А то есть любители заблудиться, а потом в комментариях ныть и звать: «А, верните сид, где сид? А, не могу найти сид, а, я заблудился в трех соснах». Я не знаю, как эти люди играют в террарию, там заблудиться гораздо проще. Фух, наконец-то, оно, собственно, изготовилось, понеслась дальше. Максимальный размер и двигаемся налево. Я вам советую обзавестись, ну это не обязательно ракушечным телефоном или магической ракушкой, с их помощью можно телепортироваться к левому океану, просто легко не напрягаясь. Так, берешь, включаешь, левую кнопку мышки зажимаешь, хоп, у нужного океана. То есть, или второй вариант, просто с точки спауна все время бежите налево. Вот так вот, что я и сделал. Здесь становитесь рядом с левой частью океана и просто тупо копаем вниз. Считаем. Значит, у нас... Поехали. Первая непосредственно пещерка, вторая пещерка. Дальше у нас мы не касаемся третьей пещеры. Третья пещерка с какими-то горшками. Четвертая пещерка, которая... Вот, четвертая пещера. Отлично. Все, включаем осушающие бомбы. Сейчас я вам покажу, зачем. Потому что иначе будет очень сложно показать, что здесь находится. А вот она, статуя со сердечком. Выглядит она вот так вот. Давай вскопаем ее. Откроем инвентарь. Проверим. Да, статуя сердечко, я уже, как видите, приел. То есть, короче говоря, раз, два, три, четыре. Да, четыре пещеры пробиваем. То есть, вот они, мы копали вниз, вот они нашли вот здесь. И это классно, клево, интересно. В описании под видео вы найдете кучу других свежих следов для консольных и мобильных версий террарии. В заголовке или в описании под видео будут указаны платформы, на которых это сид мира работает на данный момент. Так что все ссылки в описании, жду вас там. Так, и замечательный магазин аккаунт включигероншоп.ру, в котором есть дешевый террарий, Майнкрафт и сотни стимовских игр дешевле, чем в Стиме. Там же есть возможность пополнить ваш счет в Стиме в обход всех санкций и так далее. Еще там можно пополнить свою коллекцию инди-игр, легко не напрягаясь, покупайте для этого рандомные игры. Вот. Статуи в мобильной версии, кстати, и в консольных работают так же, как и в ПК-версии, так что используйте мой гайд по работе с статуями, у вас все получится.